Молдова и Казахстан ищут новые сферы сотрудничества как в экономическом, так и в культурном плане. В следующем году наши страны организуют заседание Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. Возможности огромные, утверждает посол этой страны. В этом году исполняется 31 год со дня установления дипломатических отношений между Молдовой и Казахстаном. По этому случаю в Кишинев приехала известная казахстанская группа «Туран». Ежегодно Молдова и Казахстан осуществляют обмен в торговле примерно на 40 миллионов долларов. Отсюда в основном экспортируется виноград. С той стороны отмечают успех по реализации 13 локомотивов. Казахстан, в свою очередь, развивает мидл-коридор, то есть транскаспийский международный транспортный маршрут, который идет через Каспийское море, через Кавказ, Черное море. И Джурджурес в этом плане тоже может сыграть очень хорошую роль. Я думаю, у нас вот один из важных вопросов – это решение транспортно-логистических вопросов. И решением логистических вопросов у нас, естественно, пойдет очень хороший товаропоток. По случаю 31-й годовщины установления дипотношений между Молдовой и Казахстаном, знаменитая казахская группа «Туран» вчера вечером впервые дала грандиозный концерт на сцене Дворца Республики. Этнофольклорный ансамбль использует более 30 традиционных казахских музыкальных инструментов. На его счету более 1500 концертов в 70 странах мира. Казахстанские артисты сюда приехали впервые. Говорят, Молдова прекрасная и напоминает им их дом. Хотя очень много стран посетили, но в любом случае здесь есть что-то такое, напоминающее родные земли. Во-первых, это сама природа. Улицы очень сильно похожи на Алмату. И, конечно же, люди очень гостеприимны. Музыка – это международный язык, который понятен всем, поэтому она непосредственно, я думаю, после сегодняшнего концерта это будет хорошим таким результатом, сблизить наши культуры. Ну и как же без сюрпризов? Ансамбль исполнил композицию для кишиневских зрителей вместе со знаменитым молдавским наистом Константином Московичем. Нанай родилась антология азербайджанской музыки, латиноамериканской. 30 октября состоится запуск турецкой. Почему бы не воплотить красивое сотрудничество и с ними? В Министерстве культуры утверждают, что нашей стране есть чему поучиться у казахской культуры. И не исключено, что последуют новые совместные проекты. В период депортации большинство молдаван отправили в Казахстан. Уверен, есть конкретные, правдивые истории, которые могут и должны, а это наш долг, озвучиваться для последующих поколений. В Молдове проживают почти 300 граждан казахской национальности, а этнических молдаван в Казахстане около 20 тысяч. Подавляющее большинство из них – потомки бессарабцев, депортированных в сталинский период.